Сегодня в Минске открыли памятник выдающемуся актеру театра и кино Ростиславу Янковскому. Фигуру установили на Аллее звезд на восточном кладбище столицы. Скульптор Николай Байрачный запечатлел Янковского в одном из его самых известных театральных образов – короля Станислава Радзивилла из спектакля «Пани Каханку». У меня огромный собрался альбом материалов, который, ну, где-то, ну, килограмма полтора фотографий всех его видов, всех его ролей. Ну, что мне удалось найти в интернете. Пани Каханку – это тот персонаж, которого он изобразил, который очень веский для белорусского искусства. В театре Ростислав Янковский сыграл 160 ролей, в кино 60. Народный артист СССР ушел из жизни на 87-м году, 26 июня 2016-го.